Здравствуйте, дорогие друзья и почитатели интернет-магазина «Купи сувенир». Сегодня я хочу вам показать подсвечник или канделябр, как кому больше нравится. Канделябр немного такой устаревший, скажем, название. На 5 свечей. Белый металл, покрыт ручной резьбой, производство Индия. Очень легко он собирается. Имеет такой, скажем, антикварный вид. С этим канделябром очень хорошо разыскивать привидения по темному скрипучему дому. Может украсить каминную полку, интерьер в таком ретро-стиле. В общем, кому это близко, кому нравятся старые вещи, заходите, пожалуйста, в наш магазин, выбирайте, покупайте. Спасибо.